Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы продолжаем наше великолепное прохождение. Сегодня у нас по плану убийства кабана. Идем к кабану. А убийство тролляки. Забыл поспать. Черт. Так, где там наш кабан? Так, давайте-ка мы сразу сделаем, что нам надо. Чтобы начать уже экономить рационы, потому что надоело за ними бегать. У нас осталось около месяца на прохождение первого акта. Ну, на самом деле, достаточно у нас времени. Все-таки. Честно говоря, ни разу не проигрывал по таймеру. Разбега, тут вот это, и вот это. А, тут кинем. Песенка. Так, кстати, мы выяснили, что ураганный лук не работает на арбалет. Возьмем сюда еще одну вот эту вот хрень. Поэтому кастовать его нет смысла. Так. Ну-ка. Так, ты. Пойдемте. Так, она идет одна. Ясно? Нам ясно, что одна ты не идешь. Извините, конечно, девочка Амери, но... Битва с кабанами — это только для настоящих мужчин. То есть для прошаренных Magic Trickster'ов. Бум. Ну, я, честно говоря, не вижу смысла к нему подходить. Давайте пока постреляем просто. Подкинем. Приговорчик. Свиньят какая. Вы на него только посмотрите, на эту свинью. Ну давай. GTL, прикроемся. Сиди. Так, что у нас там? Усиленный паляющий луч. 32 урона.
уже свинью эту дурацкую. Так, усилие Слепый на 0 урона. Просто. Так, все. Эти шкуры провалены. Потеряли мы денежку. Очень жалко. Так, и хочется загрузиться. Делать мы этого, конечно же, не будем. На самом деле, деньги в игре такое. Скорее, формальность. Покупать нам практически ничего не надо. В этот раз мы вообще обошлись без свитков воскрешения, что очень меня радует. Так, господин Регунгар предлагает нашей блондинке нажраться и подраться. Ой. Прикольно. Все правильно делает. Так, пойдемте убьем тролля. Че у нас тут? Дождик идет. Обожаю эту погоду. Так. Ну, не будем терять зря время. Так, господин Толь очень, очень злой. Господин тролль настолько злой, что я даже выпью вот эти вот зелья. Так. Надо туда ходить. Так. Что тут у нас? Так. Давай-ка ты пока что увеличишь еще гуманоидов. Так, господин Регангар пойдет вот отсюда. Остальные господа пойдут вот отсюда. Ты включай песенку. Я не буду использовать. Использовать героизм, пытаешься господина тролля таким вот нехитрым образом нейтрализовать. Давай! Вот же мразь, а. В
выучил заклинание. Очень оно мне помогло, конечно. О! Так. Ну, собственно, все. Но это было близко. Мы чуть было не фиданули на господине тролля. Счастье у нас есть господин Dragon Guard. Он промазал. Я вспомнил, почему никогда не брал это дурацкое заклинание. Потому что оно никого не работает, потому что оно мажет. Сколько ты там нанес? 50 урона? 4d6 плюс 1x2 43. А почему x2? Не понял, почему x2. На самом деле, не так это важно. Пойдет, тут еще лягухи всякие эти бегают. Давайте кокнем лягух. Думаю, что с лягухами мы справимся и без некоторого количества заклинаний. Или просто стреляем. А может не справимся, может сейчас удонем на лягухах. Так, ну... Действуем по старой силе. Так, Камири у нас... Так, походи после них. Господин Регонга. Валери. Так, тут нам нужно защитить, снять из страха. Так, вот сюда. Бросок воля. Красное кваканье. Ужасно квакают. Ну все, парень, пафлик. Убиваем господина Полкарда. Скажу честно, с монахом тут было бы покомфортнее. Госпоже Линке можно выдать легкий арбалет плюс один. Она будет стрелять не на 0 урона, а на 0 урона. Мне кажется, это очень большая и существенная разница. В полочках нету никакой разницы. Ой, ребят, что-то меня в сон клонит.
Давайте еще чекнем эту заболоченную резину. Резину. Что там по экспетам? Осталось 2500 опыта. Я думаю, что в старом платане мы этот опыт набьем. Здесь вот где-то был крысиный заголовок. Так, ну давай только без арских гончих, ладно. Это просто мозги. Ничего себе, целых 3 котика. Ну, конечно, все бегут сразу. А чё бы не побежать-то? Все-таки 3 котика на 4 уровне и 3 котика на 2 уровне — это разные вещи. Плюс мы там немножечко приоделись, мы уже не выглядим такими бомжами. Так, крысиный заколок. Вот это то, что нам нужно. Кота, пожалуйста. Так, ну что, госпожа Линзи? Что, госпожа Джейтал? Пойдемте попробуем обнаружить ловушки. Похоже, его обладали призывные. О, ребят, что-то я ни одной ловушки еще не вижу. О, ловушечка. Сколько за них дают до опыта? Так, много дают опыта. Госпожа. Оп. А еще есть. Оп. Я знаю, вот еще есть ловушки. Ловушечка. О, а еще ловушечка. Как же он пытается провалить эту проверку? Просто смотрите на него.
крысам мы, конечно, не пойдем, это хит. Идти на крыс без... Без шестого уровня этими бомжами, это значит просто на них насидеть. Они нас тупо убьют. Умирать мы пока не хотим. С господином элементалем мы тоже, скорее всего, не справимся пока. Маловато у нас урона. Там и брони у нас тоже маловато. Пойдемте лучше пройдем вот эту фигню. Да. Знание природа. Успех. Нашли веревку. Знание мир. Успех. Еще опыт. Душ. Успех. Успех. Оп. Провал. Ладно. У нас надеюсь, ничего не дает. Провал. Теперь немножко мудрости. Да, сейчас отоспимся. Остается 200 опыта. Это хорошо. 200 мы, по-моему, просто получим, пройдя торговый пост Олега, тогда на борьбе с древними. Да. Так, пытаемся романтики Октавию. Это довольно бессмысленно, потому что таскать мы ее с собой не будем. Я, конечно, думал из нее сделать святого мечника, но святой мечник с выносливостью минус один, это что-то как-то слишком мемно даже для меня. Так, продаем эту фигню. Так, сейчас дадим квест на кабана. И в следующий раз уже пойдем зачистим окончательно платан. За исключением локации с злыми скелетами. Потому что злые скелеты капец какие злые. Я что-то их очкую разбирать. Тут нам нужен этот самый метаскипетр длительных заклинаний. Для нашего Magic Trickster. Кстати, вот эту фигню можно, наверное, продать. Ну, не продавать. И собачка пытается найти счастье на дне миски. Давайте у нее миску заберем. Так, что тут? Пойдемте сдадим голову свиньи. Так, потрошил и мертв. Так, 963. Так, сколько у нас там мудрости? Минус один. Ну, короче, один раз спасли мы. Давай. Так, мне нужен комплект для лагеря. Двадцать штук. Money.
там... На самом деле выносливость можно поправить, взяв один левел вивисектора и просто вместо мутагена на ловкость пить мутаген на выносливость. Так у нас будет выносливость плюс один, как у нашего мейна. У нее даже появится хп, чтобы пережить один удар. Но это застопорит прогрессию Святого Мечника, то есть имеет смысл этой ерундой заниматься левели этак на 12-м, что ли? Или около того? Короче, ладно. Ладно. Все, ребят, давайте, короче, закончим в следующий раз. Мне пора идти. Пока-пока. Увидимся.